Это самое. ЧП, чекист, бейте в жопу сюда. Дранер вместе с Исполином, стойте-то, да, там, по сути. Маслом намажились, ребята. А фласки какие перепиваем? На ПСПД, на ПСПД пейте, тут саппорта нахер не надо. Даю вам 10 секунд на бафы. Так, самотолог ловится, если что, хорошо. Че на пол? Так что, коты не переходят туда, не? Не, коты не все. Я вместо котов поставил сейчас драйнера и исполина. Все. А коты пусть дамажат, они кучу ДПС стреляют. Прокси готов? Все, добавим пол. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Когда можно гироспул, наверное? Не-не-не, зачем? Вот нормально ту херню, да, дадим, да, и все. У нас так, ну да, ты питомцы вешаешь. Питомцы под ебалом стоят, получается. Где они там стоят? Один вижу, а не, нихуя. Руки язык. Да, это видно, бафы еще питомец. Ну, блядь, Бьор, ну чё ты слакаешь-то, ну скажи мне. Нормально, сейчас надо будет ловить. Геру дали? Нашу. Удар. 38 стаков. А, ну все, норм. Ладно. Я ближнюю закрою. Печка сработала там? Нет, еще. Дон, если что, ты 4 давай. Давай. Вы умрете. Блин, продамажил, нормально. Под Т4. Сейчас все. Печка должна быть. Все, печка есть. И печка. Все, 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 она активировалась. Я Т4 даю. Дебаф не накинулся, что за хуйня? Нет, печки вот не закрою. Исполина, лес. Я пододвинул его. Короче, его двигать надо, да-да-да. Зубы мне дайте под следующий каску. Все нормально. Скинуло, хорошо. Исполина, забафайте по-быстрому там, каску быстро бафу. Что за удар, блядь? Откуда он нахуй вылез? Ну это опять этого исполина, видать, не было пока. Да был он под ебалом. Я бадит сам стою. Вот-вот. Вот куда-то один стаков было, ну не должно быть этого адского удара, нахуй. Так, Грул, он заряжается время. Ну, не должно быть, нахуй, откуда оно взялось? Блядь. Ну сейчас, по-моему, кого-то не было. Да было, один стаков повесилось, блядь. Ну, да. Куда эта ебаная хуйня вылезла, блин? Чудище, блядь. Сейчас рандомки масло. Ай. Как рейд закончишься, скинешь новую пятизарядную, скрафтишь давай, кого-то. Давай так сделаем. А эту можешь оставить себе. А что у тебя Волонир красные щитки вешает? Вражеские. Кстати, да, там еще же у него рага есть, видели, да, обратили внимание? Рага навешивает стак, это какое-то адское пламя. Надо будет прожимать, наверное, тогда маздефы. Жрага там после ударов тоже. Я забыл про эту жрагу. Адское пламя наполняется, когда у нее 100%, и адское пламя кидается. А-а-а. Ну такая хуйня, то что адское пламя не избежать. А, ну вот точно. Это и берса. Кто-то же умер, он сразу по 20 раги получил. Нет, он рагу дает именно, смотрите, когда сейчас. Понимаете, что проверится? А как оно сбрасывается? Ушеломляющее, это адское пламя сбрасывает, да, кем себе получается? Не, ему печка дает рагу. Ну, печка дает рагу. Ладно, давайте еще раз потестим. Не спать. Если Грул находится в зоне поражения, то он теряет все накопленные заряды. Но его показатель ярости увеличивается на 40 единиц. А это просто берса босса.
Да, у нас по раги набирает и берстам. А сколько раги у него получается? Сотка, да? Да, получается сотка. Каждую смерть он 20 генерирует, и одну единицу каждые 6 секунд. То есть нам надо его как-то держать, чтобы он не накапливал это все. Не, он по-любому накопит, печка ты же надо скидывается. По-любому накопит, да, ему печка дает 40. Это просто берса. Он типа будет все стакать это, но потом всех шотнет. Которые типа копятся потихоньку. Ты имеешь в виду рагу копить будет? Ну, он будет копить рагу, потом сбрасывать ее, получать 10% урона. Потом опять. И, ну, типа, если мы не успеем убить в какой-то момент, он нас просто убьет. Вы вроде прожимку это отбивали, это просто перса. Это как в обычке перса. Типа, стаки копятся и копятся. Mm-hmm. Поэтому, ну, как бы, это не то, что тебе сейчас сразу 50% урона. Давайте, да, еще раз попробуем. Дайте это 4, посмотрим, умрем или нет. Хорошо, я проверю. Нет, ну, мы под рангу не убьем, мы накопим там пятом стаке этого, на пятой кузне умрем, чем такой, может быть, на шестой. Попробуем. Ну, видишь, мы тогда сколько прижили? А, ну тогда, да, было. Там на боссе тогда было 10 стаков, это херня накопилось. А, ну вот. Вот, а сколько было этих самых, дохуя мы переживали, ну, были... 52 стаков. Угу. Максимум. Очень мало было. Поэтому, ну, давай тестить, надо тестить, смотреть. Давайте добавим пул. 5, 4, 3, 2. Просто по 100% раги я сдаю себе маршрут, это все. Посмотрим, что получится. Что у нас так, а он ускол. Ладно, смотри. Вот, 10 стаков сейчас четко. Геру дали? Тебя рано дали. Черепочка. Ближе встали в черепочек. Руки закрыть. Дед Бич, подойди поближе к черепу. 21 стак. Ну, там, блядь, этот демонский ловит нахуй, он, блядь, тоже. Смотри. Там сейчас скоро ладошки будет нормально. Удар. Ух. Ладошки. Я перекрою эти правые дальние. Я перекрою. Беги, беги, босс. Смотрим. Удар. Бомба. Ты прожимку давал? Нет. Крипа, ты прожимку давал? Я тоже не отдавал. Все, сейчас ваша прожимка следующая. А хотя не надо прожимку, не сдавайся. Вот 73. Стоп, все, отлично. Я вот сейчас отдал. Угу. Рокси еле выжил. Ну, короче... Райнер, вставай сам, Райнер. А, идеально Бэру выйду. Драйнера поднять быстрее. Хорошо. Хорошо. Ну, стак повесил, ничего страшного. Роги, отверни. Блять. Короче, кажи, стороги надо отворачивать. Сюда. Что еще раз говоришь? Каждые стороги, когда у него, его надо отворачивать, чтобы не бил адским в рейд. Он же АОЕ бьет, или он же не вреет. Сейчас надо. Прочитать способность, адский удар, наверное. Ну, адский удар, она конусом бьет физушкой сначала, а потом на вешках на всех полный набьет. Да вот, что написано, адский удар наносит всем противникам 9к урона от магии огня, а целям всех перед собой 40к, то есть ему нужно отворачиваться. Да, шутки. Да. Вот и все. Значит, мы с Хрипатом выходим... Сейчас поставлю меточку еще одну. Так может, ну просто мы будем из лица выходить на вас так? Нет, это лучше... Лучше мне, чем вам. Типа так, 10 человек будет уходить, а так один. Ну или двое. Ребят, есть Дживс? Почти, да, давайте Дживс. Угу. Блядь. Печка дает ему 40 краги, да? От
на смерть ему дает 2 раги. Там, вот, 5, на вот смерть получается. Сразу 20. Это он на 100% ярости хуярит так шумляющим ударом, да? Адским. Да. Адским ударом, адским. А как ей рага скидывается у него? Это когда печка, да? Рагу ему никак не скинешь, скидываются только стаки, увеличивающие урон. Он типа рагу свою так тратит на этот, на адский удар сразу. Адским ударом он сбрасывает свою рагу. Адским ударом, да? Короче, такое предложение есть. Значит, смотри. Если мы поймаем 20 стаков, допустим, 2 этих самых, получается, 2 ошеломляющих удара, рейд, потом оттуда люди уйдут, останутся 2 танка. Вот, под прожимками вы прожметесь, чтобы слилась рага. Вот так вот. Пробовать можно. Нет, Саша, эта механика не такая. А как? Ну, смотри. Он дает АОЕ. АОЕ? Да. Если его 10 человек не выбит, он дает адский удар. Адский удар обнуляет рагу. Он дает... Нет. Он его просто даст, типа, в дополнение к ошеломляющему. А потом у него все равно копится рага, а потом он тебе даст еще раз адский удар. Адский удар — это который... Да. Это который огонь. Допка на всех огненная вешается. И 40 тысяч конусом. Просто стоим в черепочке. Также 10 человек. Кастуем. Печка зажглась. У него сотка ранги стала. Я его повернул в другую меточку. Весь рейд стоит дальше в черепочке. Я его отвел просто вот сюда вот в звездочку. Повернул. Поймал там удар адский, чтобы не милишники не весили этого его, а я просто. И повернул его обратно в череп. И там опять мы как ловим в 10 человек этот стак. И ой, каждый 100 раги, и каждые 100 раги я отвожу ее просто в треугольник, поворачиваю босса. Ой, эту звездочку. Ну давай, это получается будет адское пламя настакиваться тогда. Да, да, это будет адское пламя настакиваться. Будет больно, ребята, так что... Насколько мы достаточно дольше. Твое Т4, наверное, хранить для него. Да, буду Т4. Готовьте свои массакры, там мастера урон и так далее. Давайте еще раз на пул. Тут на урон чисто играть надо будет. Угу. ДПС чек. Да. Подобаем пулу. 5, 4, 3. 2 секунды. Его надо как-то так держать, он не всегда как печку попадает. Так, раскол на стак обвесим. Обновляйся раскол, тоже не забывайся. После второго шумляющего удара герой дадим, когда печка будет. Больше снесется, прожимки только на это оставляется. Я закрою центральную. Идеально кидать на другого новости. Удар. Геро. Он поворачивает уже, наверное, не? Или еще рано? Еще 40 раз, только между людьми. Когда печка загорится, тогда надо будет. Угу. ЧПД Берку воспринял. Сплин, вставай. Сразу баф поиспринял каску и пристабав лапу. Дар. Возьми за 400. Да, так, не меня говорит. Что-то добавит прям. Все, печка отворачивай. Лицом. Исполина. Может, кого-то другого поставишь? Кого там, блядь, жирные? Блин, не знаю даже кого. Эллер можно поставить. Эллер, сами пока на место туда, исполина. Очень быстрый каст. Ебать. Так, это что получается у субилатских удар? Когда босс откидывает именно? Зачем мы ставим туда хила? Давайте мы поставим туда локов. Так локи под духом тоже. Локи 20% меньше урона получают. А как идея, смотрите. Короче, вот на когда рага у него там остается на ласкаст, мы его разворачиваем в рейд босса.
Вот. Милики также разворачиваются, перед лицом стоят, он кастует, откидывает всех тех, кто стоит перед ним, и потом уже хуярит этим. Так дело в том, что танков-то он тоже откинет. Там, ты представляешь, сколько стаков будет? А у вас 5 стаков осталось, либо нет? Очень много. А, бля, точно. Ну, давай бафующий тогда. Вместо Исполина. Физ урон там, поэтому кольчуга Эйлер с щиточком нормально. А, ты станешь Эйлер? Ну, давай. Так, я не понимаю, смотри, ты его отвернул. Как люди умерли, которые ловили? Не понимаю. Смотри, у него было 100 раги, он сначала заюзал ошеломляющий, а потом адский сразу потратил рагу. Угу. И адский он очень быстро констует. Попробуйте этот Оки красноязыча. Это магия, блядь. Не факт. Вообще не факт. С красноязычек уманно, если надо работать вот так. Так, блядь. Без печки сколько стаков можно выдержать, будет попробовать, если так. Тоже хуйня получится, и входящий урон будет. Не, бред. Ну, бред. Снизичи, мне кажется, будет работать. А чего адски увеличивается урон? А стаков его внутри этих самых, 25 стаков, да? Не-не, вот эти стаки, которые он ошеломляющий набирает, но только физика. Только физика. Что апает ошеломляющий удар? Ну, вообще адский удар. Какой-то. Адский удар. Пламенный гнев называется баф. Он его получает один стак каждый раз, когда адский удар кастует. Адский удар. Он будет кастовать без стаков. Так смотри, получается... Да, ты сейчас согласен. Да, покурим до 5 минут. Ну, просто раньше... Сейчас как раз подумал, я просто войси. Просто раньше оно работало иначе, типа, у него не было этого адского удара отшумляющего, если нет 10 целей. И поэтому просто два танка там стояло. Да, два танка. Адский просто на сотки давал, и все. А да, просто на сотки. Не дамажит. Поэтому он был довольно редким. А сейчас он намного чаще. А если смотри, это получается адский удар, он дамажит всех по конусу, да? Дополнительно еще. Да, по конусу 40 тысяч, и всем дотка вешается огненно. Ну смотри, а если его не поворачивать, время и ждать, пока адский удар ебанет. То есть смотри, донт его поворачивает во время этого. Ну это надо следить, типа сотка раги. Ну смотри, да, короче, донт, смотри, как ты сделаешь. Ты тут в сети? Угу, угу. Ты его поворачиваешь туда в трусы, печка когда активируется, и стой, жди, пока с него рага не скинутся. Хрипаты, ты будешь тусоваться возле донта. И я сейчас так сделал, я перешел в звездочку, но он сначала, он не сразу кастанул, там ему типа пару рак не хватило, типа 97 было, что-то того. Он сначала кастанул АОЕшный, а потом после него сразу ждал этот Стороги. Ну, каст. Это надо, короче, отслеживать. Смотри, что ты говоришь? По-любому надо сдавать Т4, либо твое, в первую очередь твое надо сдавать под это, у тебя потому что мощнее. Либо даже вдвоем мы с тобой отдадим. А донт уже чисто вот свое будет отдавать под четвертый каст. Ну, в принципе, можно попробовать. Когда он скидывает рангу, урон идет только по мне. Должен идти, по крайней мере. Там можно сейвить зубами, капельками. Это физурон. Ну просто вот этот адский удар же, он же по всем бьет. Да, не надо отворачивать. Не, адский удар он бьет только по конусу. То есть, кто спереди стоит. Вот. То есть, под адский удар тут не должен поворачивать. Но там еще дотка. Но дотка, она напрохиливается. Че там, все подошли? Пиздец, спать охота нахуй. Пиздец, да? Блин, чем-то теперь этот босс напоминает этого Агромара с Легиона. Там тоже так, надо было. Давай сейчас включим присутствие.
Я тут, ну, недалеко. Ага. Кимсик, нет, мы не переживем. Там, если уже Исполина слаживал на 30 стаках, а ты хочешь, чтобы 50 стаков, то надо дефы давать. Дефы нужны будут еще на адское пламя. Хватит. Что? Сейчас попробуем так. Дожили. Надо массы вы отдавать на много стаков, а на адское пламя мне нужно отворачивать и мне давать сдавать какую-нибудь капельку. Угу. Ну, у тебя фузубы полетят. И на адское пламя я могу еще давать массу свое. То я давай под стаки, я под машивы. А, это сколько примерно будет по времени? Минута, да? У меня полторы минуты. Минута каждая. Адское пламя, ошеломляющий удар каждые 15 секунд. То есть ты три удара держишь в рейде, четвертый ты отворачиваешь от рейда, так понимаю, да? Как? На четвертый он дает кузню. Mm-hmm. У него скидываются стаки, а у него не хватает чуть-чуть раги. Он дает пятый каст. После, вот сейчас было, он дал пятый каст, получил 10%, ой, ну, 10 стаков, 50% урона, а потом он кастанул этот адский удар. Ну, опять же, два раза умер Исполин, это чисто 40 раги ему на халяву дал. Ну, Тури, слышишь, мне таким всех подсказывают, что может, ну, нахуй ловить первую печку? Зачем? Ну, у нас тогда будет очень много стаков. У нас 50 стаков, это... Не, смотри, это... то есть именно с пулу. Ты его ведешь, он с пулу получает печку. Вот в чем прикол. Это 40 раги уже есть. Нет, не получается. Ну, ладно, хорошо, давай посмотрим. Давай я просто чуть подольше буду его подводить. Ну, сразу не подводи его, там посмотрим, что получится. Давайте, че на пол. Давайте масло там, намажьтесь там и так далее. Хавайте. У меня недавно хуйня была. Рыба. Так, все тут, все тут. Сразу не подводи его, там смотри, чтобы печка активировалась. Сразу потом после активации печки можешь уже его... Тихонечко так. Лишние 40 раги тоже... отрешают. А так, видишь, каст, как был ошеломляющий? Ошеломляющий мы ловим все, по датски я его поворачиваю вот. Звездочку. И там как раз вот видишь, так получилось, что ты получил одновременно и ошеломляющий удар, и адский удар. Да, да. Сейчас попробуем. Ну, че на полу? Все, все готовы, поехали. Так, добьем пол. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Только не подводи сразу печки. Да? Печка пропадет. Пропала печка там. Блять, сука. Он пропал. А, ну, дебаф повесился. Видишь, что? Шумляющий удар. Ладно, я прожму туда, чтобы речь что. Не, все в порядке сейчас. Ну куда? 40 тысяч. Так, ладошки, один... справа, 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 ладошку закройте кто-нибудь, быстрее, 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 быстрее. Ошеломляющий удар. Так, по третьей ты сейчас будешь прожиматься или потом будешь прожимать? Нет, я потом буду прожиматься. Хорошо. Я сейчас тринку отдам. Угу. Просто и все. Давай тринку. Дом-то прохирую наступом. Ладошки прикрыли. А сейчас ты будешь отворачивать его, да? Нет, сейчас я 4 отдаю. 50 раги еще. Все, сейчас четвертое сейчас будет. Ага, 50 раги, это будет 90 раги у него. Он каждые 6 секунд по 1 единице получает. Нет, он тут уже. Да хуя уже. Я не прожался. 30% урона. Да нет, там 59. Сейчас хрипатый стоит. Хрипатый, да, что вы точили по команде? Давай. Он 104 уже. Там 59 стаков, это не пережить. Да, надо, короче, 49 стаков уже его.
Ладно, сейчас еще раз попробуем. Бля, вы босс нахуй. Слезнулся на голевой позабудем. Ну, блядь. А говоришь, что... А говорили, что короли, блядь, легче. Для донта не ебали. Ну, сейчас разберемся, как нам лучше. Не, так может, мы просто не знаем, как бить. Если узнаем, где. Не, ну, разбираем. Вот эту хуйню мне объясните, вот огонь на боссе, как, когда появляется, при каком условии, который скидывает этот неестественный? Ну, это печка, когда активируется. Печка активируется после... Просто таймер. Да. Таймер. Так а чё, она раньше на 30, сейчас на 60, блядь, стаках появилась, чё за хуйня? Возможно, я его поставил чуть-чуть неправильно, его не скинул. Его не задел печку. Его то самое, его немножко под, ну, прошатать. И всё. Печка активируется. И стоматолог, там, если что, готовься тоже охрану давать в донта. Да не вопрос, как по команде только. Возьми бумагу, сам не знаю, сделал. Ребят, мы же до этого нормально били его. Вот какая проблема? Просто мы сейчас узнали, что вот адский, под адский удар надо сдавать как бы массовый. Ну смотри, понимаешь, если не будет хватать людей под этим самым, адский пламя, там, знаешь, еще один стак, он настакивается. И дотка тикает. Не, податки удар. Вот когда 100 раги у него накапливается, просто мы уже решили. Вот да. Били как били, вот нормально же били. Сейчас проблема с проблемой ударил. 2 слива. И все. А дот уже. Бафаемся на министра, встаем. Чтобы быстрее, этого времени уже много. Так да, нет, кипсик, да, мы когда печка идет, мы его лонт отворачиваем. Вот. Че на пол? Так, возможно, наверное, во вторник я поставлю РТ, но до проноса грула если не убьем. Поэтому во вторник, ребята, РТ будут. Значит, вторник. Да. Что вторник? Так, все готовы, добавим пол. 5, 4, 3, 2, 1. Так, блин, чтобы не копить, это... Ну, печка, это просто не скинули с печкой, это все. Не води пока, дом-то. Не веди пока. Бля, еще дышит, сука. А что с печкой? Все, отлично, нормально. Все. Блять, все, поймал дебан. Ебаный в рот, блять. Короче, надо поставиться в ромбик первый раз. Смотрим эти самые ладошки. Смотрим ладошки. Блять, как представляется вторым рейдом осваиваться, пизда. Ладошки, ребята. Удар. Все, на третьем стаке сейчас донт будешь готовься прожимать, будешь массейв. А, все, отворачивает рейда его. Он печку поутал вроде бы. Но тут печку раки еще нету. Есть, подворачивай его. Все, сейчас, стой. Массейв дал? Закрыть ладошки. Ну, сейчас скинулся, так и нормально. Сейчас, вон, смотри, аккуратно. 26. Пам. Все, теперь отворачиваю его. Все, и до конца ты стой там. Я машину дам. Да, высок. Сейчас еще кастанью от того ешь. Ага. Админизон, забеги тихо. Быстрее отворачивай. Отворачивай. Дай машину. Пережили. Отлично. Смотри, он унес... А, все, норм. Все. Домашим. Да. Как-то вот так. Невер, фотошку отдай. Ладошки прикрываем, прикрой центрально. Слева закройте. Под боссом, кто за под боссом там один. Бля, тут МТ-шу надо быть серьезным, тоже внимательным быть. Если не следить так. 24 стака переживете пока, да? Да. Могу охрану забрать. У меня уже Т4 появилось. У меня еще КД минута.
полминуты точнее уже. Смотрим. Вот ты дома аккуратно сейчас будешь поворачивать, когда будешь его поворачивать. Смотри аккуратненько, чтоб это самое. Я дальнюю прикрою. Я ближнюю. Четыре дам. Угу. Давай. Бах. Надо скидывать. Надо скидывать. Поверни, поверни право-лево, право-лево поверни. Все, скинулся. Он скинет сейчас. Он просто стоит сейчас правильно. В прошлый раз стоял неправильно. Будет 93 раги. Да, нормально. Стоим, стоим. Сотка! Еле успел. Живой, я готов давать. Ну, вон, все, 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 ничего не надо. Так, у меня шива откатился, если что. Смотрим сейчас ладошки. Смотрим. Закрою. Блядь. Идеальный Бердунта. Кто-нибудь встань, тебе подъебал еще. Сейчас встану. Блядь, ты сейчас еще выкинул. Води Фьюри, Берд еще, прямо сейчас. Дон, просто хипаты, готовься поворачивать. Дон, по команде. Тебе нужно будет отводить, да. Два стака. Бьем, блядь. Обмени зону закройте. Там будет наш человек. Тут скорость. Будет атака. Я дам. Готовься поворачивать хрипа, если что. 93. Если ты пока что нормально. Ладошки скоро готовимся. Ладошки. Девяносто шесть. Отворачивай, отворачивай, отворачивай. Нет, 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 рано, 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 рано. На нем это обожженка, он сейчас ну, утонет через 4. Сейчас. После коста отворачивай. Я шива даю. Отворачивай. Отворачивай, прямо сейчас. Все нормально. Отлично. Шива даю. Слева три. Закройте слева ладошку. Бегу. Блять, пока он горит. Стоматолог пару хилочек дайте. Спасибо. Вас и сака. Иди, где Инер забей, чупа. Стоим пока. Так, на следующую, если что, кузня работает. Я 34 отдам сейчас. Что? На следующий квест. Т4 назвал. Маны в еду закиньте. Раскидывай стаки. Так, скидывай стаки. Не, не, ты. Ну, скидывай на место всем, босс. Он сам скинет. Он сам скинет. Босс хорошо стоит. Блядь, скид, успеет, не успеет. Сукайлер стак есть? Я стану дрифт. Все, сейчас скидывает стаки. Годлик. Кошка, ФД, Мэри Джейн тоже. А все, он на танков это сам. Ну ясно, короче. Ясно, ясно. Все, так и делать будем. Только смотри, блядь, а почему так долго скидывают? Надо лично пружинки давать. Давайте падаем. Что-то странное. Ушли, в, типа... ушли в квадратик, масс-рез дадим. Он типа действительно после каждой четвертой? Просто казалось, почему-то раньше было. Не знаю, там просто таймер какой-то такой. Угу. В принципе, мы. Сколько у него было стаков? 3 стака, 4 стака, типа, и это. Да. Это танком. 40%. Всем следить за своим игро, танком убивается. Под этого либо вара ставить, чтобы он ловил. Вот не так больно, чтобы был. Вар нормально будет ловить. ДКшниковую физуху он больно бьет. Вар нормально будет ловить. Босса ты типа танчишь? Да. Нет, босс не танчится. В этом не, проблема.
Не, ну если думать в такой парадигме, то самый топовый был бы протопал. Куча минус входящего урона, армор еще и ревностный. Давайте еще раз попробуем. Что-то... Стаки скидывать мы тут ни при чем. Как активируется кузня, тогда она скинет стаки. Ладно, я понял, это чисто тайминги. Я говорю о том, что ДКшка за масс-рез будет. ДКшка за вдруг убьет. Считай, у Вары есть щит. Он блокирует все равно часть урона. Это спел, который дамажит физ урона. То, что у тебя там вар заблокирует 3000, это ничего не значит. Дрит может жиром там перевесить, а сам не переживет. Ну, вот. Типа да. Самый жирный еще и армора много. Кстати, Хрипатова убила атака ближнего боя 71 тысяча. Ну, не думаю, что он больше-то продержит. Ну, на один стак может больше продержит. Ну, блин. Ну, на два может. Не, мне кажется, вы когда кузня, может, не скинулась. Ну, не должно быть столько стаков. Хрипатова уже сложила, когда у него было 50 с лишним стаков. 50 стаков у него было. Это глава больше 50% урона. 250. Даже так. Кушайте рыбу. Верн себе отдельную рыбу поставит. Давай здесь еще каску, каску. Короче, все, с механикой разобрались. Главное, чтобы, блядь, стаки такие не накапливались. Либо мы можем нашу сделать. Ловить пламя в таком случае. И все. Допустим, чтобы не было столько стаков. Смотри, допустим, вот опять накопилось столько людей, да? Вот у него уже 35 стаков. Даже 40 стаков, к примеру. Вот. Вы просто рейд отбегает с подрожи. Либо просто ты отворачиваешь его. Чтобы не было больше стаков. Адское пламя мы поймаем, ничего страшного. 4 стака. Смотри, Дон, у нас было 3 стака. 40% у босса. Это прохиливается. Мы тогда, когда первый страйли, мы допустили 10 стаков. Тогда уже люди начали только при 10 стаков умирать. А теперь представь, сколько там, ну, можно досейвить. Сейчас, смотри, сейчас я буду тогда носить, когда тебя отворачивают лучше. Вот, вместе с Хрипатом будете бегать. Нет, Саш, давай мы просто это танки будут прожиматься лучше, и мы проживем это все. Дайте каску по ДКшке, пожалуйста. Ну, блядь, смотри. Сейчас тактика очень простая. Просто танкам нужно, ну, отрабатывать. И хилом. А ДД дамажит. А, зачем на полмузычку, пожалуйста. Дайте каску по ДКшке. По ДК каску быстро. Спасибо. Найвер готов? Я музыку настраивал, да? Все, все готовы, добавим пол. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Эхо. Сразу сейчас, сука, откинет, блядь, всем поймает ебучую эту хуйню. Бах. Да, тебе и баф повесился, видишь? Видимо, она работает, пока не обожжет его. Скорее всего, далее помоги. А, есть там, есть там. Стаки там обновите. Москва. Ладно, хорошо, это все переживаемо. Ничего страшного. Спеса. Подошки смотрю. Походи будет быстрее, потому что сейчас скоро. Блять. Ладно, сейчас дай. Метеор не кинулся сразу. Здесь 8 стаков. 4. Не, тринку отдай. Есть. Ты это самое, и для рейда, да, чтоб не служил их. Да, или деф какой-нибудь. Ничего. Ты 2Т4 сядь, Донт? Нет. Да. Вот сейчас так и скинем. Сейчас эти капли, да. Где? Стаки не скинулись. Стоит босс кровавый. Нет? Пошатай немножко. Что я дал? Я дал что-то тоже. Вот, теперь это нормально. Ну, считать надо, когда активируется кузня, понял, да?
У него сейчас раги, скорее всего, будет хватать. Все, отворачивай, отворачивай, отворачивай. Машевая, хребаты. Хребаты, машевая. Машевая, хребаты. Умничка. Нихуя не вижу. Я тебе буду долго говорить, когда печка активируется. Немножко почитаешь его. Шили. Пробуем. Зачем? Зачем? Там печки нет еще. У меня пока что есть. Зорко, как ты? Ручка. Идеальное зоркало. Тяжеломляющий удар был, так ты под балкон с лица залез. Сейчас печка. Так, пошевели его. Все, поворачивай его. Видишь, сразу активировался. Да. Похил предали. По зоркам будет БР? Идеально. Ага. Все, атаки скинулись нормально. 69, смотри, сейчас 69 у него раги. После следующей обожженки будет. Да. Да. Так, у меня ШВ через 15 секунд будет готово. Что, у меня 25 тоже. Я свой дом довершу. Так. Кузня. Вроде бы или нет, мне кажется. Закрыли ладошки. Иди, блин. Вон ладошки, это самое, кузня там вроде бы отсюда, нет? Нет, тут уже нихера не видно, блин. О, активно. Все, все, активно, посчитай его, пошевели. Все, отворачивай, отворачивай. Сейчас, 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 АВЕшку костыню. Т4 отдаю. И сразу отворачивай. Сразу отворачивай. Сразу отдаю Т4. Гудли где-то урон получил, но выжил, ушел. Идеально, когда я подрещу этот минус? Смотрим. Все, ладошки будут смотреть аккуратно. Ложки. Так, 35 стаков, дом, смотри аккуратно. Уже есть там? Да, есть там. Пошевели его немножко. Т4, дай себе. Хильки тунтук, хильки. Так, тунтук, 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 тунтук. Давай охрану дам по нему. Подожди, пацан. Что, не надо? Хрипатый, стоп, не урон. Дайте сагу. Хотя нет, нельзя в него. Не успею, не успею, не успею. Бьерн, давай, давай, давай. Успел. Блять, он умер. Чики Бэр, чипа. Чики. Чики ЧП. Сюда, если что. Реща еще поднять надо. Реща поднимите. Сюда, если что. ЧП поднимите реща. Блять, у нас нету больше бэров. Че есть? Рибав дайте по ЧП. Под реща. 75 стаков. У тебя есть будет? Иди БР меня по возможности прямо сейчас. Сейчас таки скинет, после этого будет. Отворачивай сразу. Мне сейф нужен будет. Быстрее БР. Быстро отворачивай. Вы. И к нам. Дал машу. Давай. Чуф. Отлично. Все, норм. Продолжается бить. Ты стака 50% норм. Закрой. У меня Т4 будет последующее. Касочку поберну, пожалуйста. Бля, ЧП. Я поприкрываю милизону, если что. Да, иди под милизону отсюда, если что, первое. По правой стороне пока не надо страховать, если что там это самое. Дон, после стака, смотри. Да, мне это пока не вижу. Удар. Хрипат Т4 есть у тебя? ЧП есть. Закройте, закройте. Ром. Я закрою. Я поймал дебаф. Все. 40 раги, ага, все норм. Продолжайте пока. Так. Ладошки смотрим. Так, я ушел. Так, я закрою эти вот ближние. 24 стака тут. Так, вижу.
буду на капли. Ну, ту каплю давай. Есть капля. Все, сейчас должна быть. 900 получил. Не должна быть. Кузня есть. Да, шевели. Так, у тебя есть пожаться сейчас, пожаться. Точнее. Да. Летний пол, давай. Отлично. Это без Т4 было. Сейчас, может, сейчас один каст. Отворачивай, отворачивай, отворачивай. 97. Вот. Я пожму. Рано, рано, сейчас будет каст. Да. После каста да. Сразу отворачивай. Т4 да. Я дал. Отворачивай. Блять! Дал. Я отвернул. Я блинком отвернул. Все, ну. Ебать, я ридары дал. Блять, сука. Иди, блин. Мили закрыли? Да, так, у меня ШВ в КД. Хрипаты КД, Шмашева есть? Блять, у нас гонт нету массовов. У тебя нету, должен гонт. Нет, нет, у нас сокры есть. У еды есть сокры. 39 стаков, на следующую сказ надо тянуть от рейда, потому что шотнет людей, которые будут стоять. Вот именно этим гонт. О, молодец. Это давайте, давайте, давайте сокру отдадим лучше. Сокру давайте, ну, дайте массакру прямо. Нажми сокру. Не прожми сама. Уже. Сейчас кузня, 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 кузня. Отворачивай трейда его. Если можешь. Все, норм, сейчас таки скинутся. Держи. Успели перед кастом скинуться сразу. Вот доски закрою ближний. Я ближний сзади, закрою. Сзади, сзади. Ну, есть. Так, еще можно без прожимки удар поймать. Да, сколько да, сейчас можно. Сейчас еще с прожимкой будет. Так, а давай свой Т4, если что, у меня откатится через 15. Нету, 30. Ага. Так жить надо. Бах, это проживется, нормально. Еще поставим, закроем, блин, ходи. Печь. Печка есть. Печка, 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 печка. Тык-тык-тык-тык, давай. У него будет 98 раки. Так. Прожили. Донта. Дальше мы опять шива дал свое. Хрипаты, ты дал свое шива, нет? 98 раги. Отворачивай, Донт. Донт, отворачивай. Донт, отворачивай. Сейчас это будет удар. Давай быстрее. Все, я отлично, у меня шива еще висит. Успели. Я Т4 отдал, сейчас поверни. Спеть поверну. Я подыгал. Мили закрыл. Блядь, чиком. А я, получается, закрыл. Его доткой закрыл. Ну что ты сам стоишь? Не стойте под дотками, ребята. Ну кого дотка висит, так. Тихо. Удар. 5 стаков нормально, в принципе, живется. Еще нет, раз. Т4 есть. Угу. Продолжаем быть. Закрою. Ну кто там стоит АФК, что, блядь? Ну смотри, внимательно будь. Есть. Сейчас Т4 надо отдавать. Ага. Тебе есть Т4 дать? Да. Дай бабу. Все, не надо, не давай там сейчас. Нет, так. Я, сейчас так и скину, да. Все. Гиру через здесь дайте. Угу. Есть там кем забрать. Геру дайте. Сорки, блядь. Ну что ты? Ладошки закройте. Что я закрыл только перед этим? У меня КД. Все. Так, короче, не сказал. Просто. Ладно. Я в мини-зоне позакрываю сейчас. Да. Я там на каст. Угу. Сколько до печки? 6 секунд. Давай. Мне сейф нужен 2 часа. Будет где-то 90. Я сейф, есть сейф. Не данк. Сейф. А где? Есть Т4 у ДК какого? Есть печка там? Да, есть. Есть. О нет, у него будет 99 раги. Да, это не хрипаты, врачи. Твоё Т4. Отведи, Донт, отведи. Сейчас буду куда. Быстрее, Донт. Хорошо. Похилю на вид. Похил. Добивайте. Стоматолога их хилите, ещё сумрёт. Т4 есть. Ещё.
Пока не надо. Асака хотел. Не, там это у хрипотва действовало. Давайте сейчас массакру просто. Сейчас, сейчас. Дайте посмотреть. Постан давайте. Не-не-не, просто не умереть. Давайте вот сейчас. Сейчас, да. Ладошки готовимся. Умрёте. Закрываем ладошки. Я ближний закрыл ладошки. Красавчик. Т4 подказывается надо будет. А всё, блин. Давайте. Чё, готовимся, блядь. Т4 дать. Падай, сука, блядь. ГЦ. О, какая пушка, блядь. О, какая пушка, блядь. Долго спиздить трэш, вот у меня это самое, блядь, как его. Ну, отдай лутера ему тогда. Ну, лутера дал уже. У меня мут висит. О, ботиночки нахапало. Не рентик, что ли? Не, у меня мут 3 минуты не могу говорить. Блин, родной, ты чё, меня не игнорируй. Или руки дрожат. Жесть, блядь, сука, вот его усилили, пизда, блядь. 15к ровно я дал. Ну, блядь, ебашил ли пиздец, нахуй. Ну, по крайней мере, разобрались, как надо теперь это делать. Да, можно скипать с первого трая валить. Да не, фактор рандома все еще присутствует, типа, захилят. Ну, кольчу, кстати, пиздатая нахила, блядь. Меч, меч, по-моему. Меч, да, я бы сейчас меч и поясок. И так меня... ты пароль можешь никто ролить не будет. Гудлик, скорее всего. Сука, да ща, блядь, 3066 нахуй Гудлика, чем, блядь, больше, чем Гудлика. Гудлика. Гудлик хочет печеньку на следующем КД хапнуть. Ну, так видишь, никто ролить не будет, ролить, блядь. О, блядь, что, мне еще меч? А будет? Даже если я ролл выбиваю, прости, больше всех, мне все равно ничего, да, не достанется. Ну, у нас по приору. Респект от пацанов. Ну, смотри, там в чате, видишь, показывает привор теплый. Красава. Ну, не знаю, по-моему... Чего? Ну, да. Ну, все, в ФК на Альянсе сделали. ГЦ. Ой, блядь. Ты что за... Типа, давайте, пожалуйста. Ну, типа, все, у меня... Я, бля, боялся, что я пояс поменяю, у меня будет меткости мало. Сейчас я просто меняю пушки, и все. Так, а теперь самый главный вопрос. Красиво. А теперь самый главный вопрос. Сколько награды? Ну, 300 ИП можно дать. Да, хватит. Ребята, это старый контент. За освоение не получите, ну, ничего. Ну, тут вообще-то механику освоение, изменили. Освоение, механика новая. Там механику изменили полностью. Ну, Бось, такой раньше не, так не потел, блядь, на Xbox. Next Street тоже. А, Grow HM. 750 за босса. Это 1.5 кэшка. Первый раз убили, блядь, да, да, сейчас подумаем, что сделать еще раз с этим.